Hello, I'm now going to eat 12 Danish sausages with 80% meat, which are 750 gram, and with that, 420 gram of bacon. This is three packages of bacon combined into like a bread. And I will see how long it will take for me to eat that, if I can eat that. Because, of course, it is not 420 grams anymore, but it, at least this is okay. 1 kilogram of meat. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у меня было не очень хорошее настроение. И вот Ян хочет повеселить и меня, и сам поесть. И, может быть, кому-то будет из вас смешно. Ян сейчас на время будет кушать. Сколько сосисок? 15? 750 грамм. Нет, сколько сосисок? Я совсем много. 12. 12 датских сосисок. 80% шот. В них 80% мяса, они очень вкусные. И тише, Ян. И все эти сосиски весят 750 грамм. Потом он будет есть 3 упаковки жареного бекона, в каждом из них по 140 грамм. Итого будет 420 грамм. Ну, то есть примерно будет больше, чем килограмм еды. Он будет есть это на время. Он очень голодный. Всю дорогу с работы в автобусе он говорил только о еде. Он только сейчас выключит плиту. Он немножко забывчивый. Вот. И сейчас на время мой дорогой муженек будет есть. Ян, куда ты убежал? Он только выпустит кошку. Вы уж извините, друзья. Показываю вам, как у нас уже темно. Ян бежит. Ян бежит. Засекает время и начинает есть. Скажи привет русским, друзья. Привет, привет. Русским, украинцам и всем. Бла-бла-бла-бла-бла. Ну, Ян, начинай. Раз, два, три. Да, Яну действительно нужно участвовать в конкурсах по поеданию еды. Соседка Сесилия сегодня спросила меня, как он может столько много есть? Как у него умещается в желудке? Ну, желудок же он растягивающаяся вещь. Ян ест 2 раза в день. Утром он ест очень много жирной пищи или жирного йогурта. Потом он вообще очень много часов совершенно не голодный. Он работает 8 часов, приезжает домой и съедает тоже огромные порции еды. Сегодня вот у нас Ян не сготовил ничего, так что еда, как видите, сосиски. Но они очень вкусные, датские сосиски. Я их тоже очень люблю. Но сегодня я так себя плохо чувствую из-за боли, из-за неврозов, из-за снижения таблеток, что у меня совершенно нет аппетита. Я не знаю, друзья, справлюсь ли я с этим. Это очень тяжело. В автобусе, когда мы ехали с Яном с работы, меня трясло от страха. Тогда я предложила Яну играть. Есть такая игра, наверное, в России тоже есть, и в других странах. Отгадывание слов. Пишешь первую букву и последнюю. Вот так мы и играли всю дорогу. Вот. Потом Ян сказал, мне нужно срочно сделать фильм. Я ему сказала, что наш предыдущий фильм был не очень популярен. Надо сделать что-то новое. Но Ян сказал, нет. Я хочу показать именно вот это. Я не представляю себе, как можно так быстро есть, но он очень голодный. Причем он не пойдет в вес ни одного грамма.
съедает столько еды. Ян пьет очень много воды, и это прекрасно. Посмотрим поближе на Яна. Я очень надеюсь, что у вас у всех есть хоть что-нибудь поесть. У большинства, конечно, есть еда. Я очень надеюсь, что у вас ничего не болит, ни душа, ни тело. У меня сейчас сложный период, очень сложный. Ян, к сожалению, работает по 8 часов каждый день. То есть бывают периоды, когда я одна, и тогда мне очень страшно. Но, слава богу, есть Сесилия. Она тоже сидит дома, на больничном, очень долгое время. И вот мы с ней поддерживаем друг друга. Мы ездим на машине куда-нибудь. Сегодня были опять в секонд-хенде, в двух даже. У Яна были. Бекон? Смотрите, бекон уже съел. И ест довольно аккуратно. Если бы я ела это, то я была бы как свинья вся перемазанная. Но Ян ест аккуратно. Я его очень люблю. Ян говорит, что очень много нужно жевать. Ян, вкусно? Скажи, вкусно. Он говорит, вкусно, но я не успеваю почувствовать вкус, так как я быстро ем. Но вот захотелось ему сегодня повеселить себя, повеселить меня, хотя мне не очень это весело. Мне было бы веселее сделать какое-нибудь, как вот наше видео, Ян бабушка или что-нибудь такое. Но Ян решил, что это хоть немножко кого-то, может, повеселит, я не знаю. У нас, покажу вам опять, совершенно темно. Успокойся, Ян, звезда. Звезда. У нас совершенно темно. Вот наш котик юниор. Еще трое. В разных комнатах все. Ян продолжает свою борьбу с сосисками. Так что, друзья, по голосу, наверное, слышно, что я не очень-то хорошо себя чувствую. Особо юмора в голосе не чувствуется. Я не знаю, выдержу ли я снижение транквилизаторов. Это очень тяжело. Это чувствуется сразу. Ой. Дочка на работе. Сын выходной сегодня, сидит в своей комнате, играет в какую-то новую компьютерную игру. Швеция. На улице спокойно. This is a much tougher challenge than the one I did with the hamburger, because this is pure protein and fat, and it's much harder to eat a lot of than bread and those kind of stuff. Я особо не понимаю. Кто понимает по-английски, тот поймет. Фруктов у нас много, но я их не ем, не люблю. А сегодня вообще, наверное, на одном кофе. Он говорит, что это намного-намного труднее. Намного труднее есть быстро, чем тот гамбургер, который вот он съел на конкурсе и выиграл футболку. Потому что здесь очень много белков.
белков и жира, и занимает время жевать.